легенду услыхал в далеком детстве, я расскажу ее вам не тая. Давным-давно стояли по соседству мужской и женский два монастыря. Монахам было трудно без уюта, монашкам было тоже не втерпеж. И вот однажды друг напротив друга они подземны стали рыть подкоп. Был долгий путь до встречи на рассвете, но как тут, братцы, все уже не крути. Ведь прокопали женщины две трети, мужчины только треть того пути. Сидели, колечко не пускали, травятся анекдотом анекдот. А в это время женщины копали и продвигались женщины вперед. Еще причину укажу отдельно, я все причины знаю на зубок. Мужчины, оказалось, параллельно вели подкоп под винный погребок. Они венцо крепленное глотали и распевали песни под шумок. А в это время женщины копали и продвигались женщины вперед. Но вот среди мужчин нашелся кто-то, сказавший, братцы, нет на вас стыда. Даешь бесперебойную работу, даешь производительность труда. Затем мужчины долго совещались и составляли план работ на год. А в это время женщины копали и продвигались женщины вперед. Не о монахах нынче я печалюсь, не стал бы я о них слагать стихи. Пускай монахи сами отвечают за их бесперебойные грехи. Прошли года, никто уже не знает о перспективах женского труда. Но, как и прежде, женщины копают, и, как мне кажется, мы это навсегда.